спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В среду в Самарской области солнечно, тепло и сухо. Дневная температура 26-28 градусов тепла, ночью плюс 14, плюс 16. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 27, ночью плюс 15 градусов. Юго-восточный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 25, ночью плюс 17 градусов, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Самаре безоблачно и без осадков, плюс 25 градусов, в дневное время, ночью плюс 14. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 38%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.